рыбе, что сегодня встречались с командой, с которой уже виделись на групповом этапе, была ли какая-то подготовка в связи с тем, что уже играли? Да, спасибо. Если честно, после поражения в группе мы очень-очень сильно хотели встретиться в плей-офф именно с лисами. И когда смотрели жеребьевку, мы очень сильно порадовались. Вот. Но после 1-16, в принципе, мы посмотрели на команды, которые уже есть в 1-8, и друг другу так сказали, что на самом деле лисы – это как бы это, ну, одни из самых неприятных соперников. Вот. Но нам очень именно хотелось взять реванш перед групповым этапом, поэтому настраивались максимально по-боевому. И очень обидно, что у нас вот Гера Амрахов пропустил матч из-за трех карточек. Это, ну, тоже ключевую эту роль сыграло, на самом деле. Я соглашусь, когда делаешь на него ставки, а он не приезжает, тоже грустно. Ты сегодня открыл счет, очень уверенно забил первые два гола. Понятно, что было боевое настроение. Как считаешь, почему дальше по игре соперник все-таки прижимал вас к своим воротам? Ну, у лисов на самом деле вот очень хорошо, что есть тренеры. Вот. Он, ну, есть, как бы так скажем, команда, парни, и они все приезжают. И глубина состава это, ну, на самом деле очень хорошо. У них есть две четверки, которые могут постоянно меняться, и у них постоянно есть ритм. Мы первые 5 минут сыграли в прессинг. В принципе, скажу по себе, я уже после 5 минут так немножко устал. И мы потеряли вот этот ход игры, а лисы спокойно дальше продолжали. Может, у них игроки сменялись, новые, и они поддерживали от первых минут как бы до конца матча. А по нам, по нашей команде было видно, что уже я где-то устаю, не могу подключиться, другой, третий. И то есть вот тоже, если бы был Гера, нас было бы уже практически две четверки. Мне кажется, темп был бы повыше. Вот. И это, в принципе, сыграло свою роль. Усталость накладывается на какие-то переживания, эмоции. И, в принципе, мы, ну, все голы пропустили, мне кажется, только из-за усталости. Потому что я лично вот, ну, два гола забил, а в итоге в конце привез. Это, ну, глупейший. 5 секунд до конца, да. Казалось бы, просто выпни мяч куда-нибудь повыше, подальше, да. А я в центре начал обыгрывать и пропустил за это. Просто извиняюсь перед партнерами, перед всеми, кто болел. Это, ну, реально, можно сказать, ключевой момент матча был. Для вас, к сожалению, турнир закончился, но, тем не менее, что бы хотели в дальнейшем увидеть в СФЛ в оставшихся стадиях? Может быть, вот лису какие-то отдельные пожелания? Ну, лис, я так понял, что команда раньше как-то не отмечалась в плане каких-то достижений в СФЛ, поэтому я желаю им действительно дойти до финала и, возможно, победить, потому что команда действительно достойная. Жалко, что я не сыграл с другими командами, ну, по сути, с инженером мы уже знакомы, но кроме лисов и инженеров, по сути, мы ни с кем не играли. И я не знаю уровень, так скажем, вот. Но лисы, я думаю, что дойти до финала способны и в нем бороться, поэтому им удачи. Очень приятно было играть с ними, очень классно, здорово, вот. Обидно, что я уже на 4-м курсе, соответственно, в следующем году не смогу сыграть. И очень странно, что я вот 3 года, получается, 4-й год уже учусь, только в этом году мы заявились в СФЛ. На самом деле, очень, ну, интересный формат, в плане того, что он быстрый и очень много эмоций. Он не растягивается на весь сезон, нету такой тяготы. Быстро все, каждый матч отдаешься, как бы, это очень интересно. И поэтому обидно, что я больше не сыграю. Поэтому турниру желаю, как бы, успехов, расти, расширяться и всем командам. Спасибо большое вам.